guys! Привет, друзья! Welcome to Russian with Passion. Today we're going to cook another Russian dessert. Very simple, very tasty. It is called chocolate sausage. And in Russian? Шоколадная колбаса. Yeah. So sometimes it's called сладкая колбаса, sweet sausage. Anyway, now let's get to the ingredients. Какие ингредиенты нам нужны для приготовления шоколадной колбасы? Для основы теста нам нужен стакан сахара или полстакана сахара, смотря какие у вас предпочтения к сладкому. Yeah, so we need one glass of sugar or maybe less if you do not like too sweet desserts. So it's up to you. A glass, not more, maybe less. Второе. Сливочное масло. 200 грамм. 200 грамм of butter. Какао. 3 столовые ложки. Cocoa. 3 tablespoons. Также можно добавить молоко. 5 столовых ложек. We can also add milk. 5 tablespoons. Or, well, maybe less. Sometimes milk is not added. It's up to you. И самое главное, это печенье. Печенье должно быть мягкое, чтобы можно было поломать его мелкую крошку. Mm-hmm. So we need cookies, about 300 or 400 gram of cookies, and they should be rather soft, because we'll need to break them into small pieces. Okay, that's it. Все. Также можно добавить орешки, грецкий фундук, там, арахис, сухофрукты, то, что вашей душе угодно. Yeah, that's right. So you can also add some nuts. Walnuts or ground nuts or anything, any other nuts if you want it to, well, make the recipe a little bit more complex but more tasty. So you can add some other things. But today we're going to cook quite a basic recipe of the chocolate sausage. Простой рецепт. Да, очень простой рецепт. Mm-hmm. So let's start cooking. Любимое лакомство в детстве. That's right. In childhood, it was our favorite dessert. Very simple and very tasty. Первое. Смешать какао с сахаром и добавить молоко. Снова перемешать. Mix cocoa with sugar, add milk and mix once again. Мы с вами будем использовать Несквик, а не просто какао. Здесь уже есть сахар. Поэтому мы добавим чуть больше Несквика, ну и, конечно же, меньше сахара. Вообще чуть-чуть. Итак, по рецепту мы должны добавить 3 ложки с горкой. Мы добавим 1, 2, 3, наверное, 4. С горкой. С горкой. 4. Так, сахара мы добавим вот немножко, чуть меньше, чем полстакана. Даже. Теперь это надо размешать аккуратненько. И добавим сейчас сюда молочко. 5 столовых ложек молочка или сливок. Второе. Подогреть смесь на плите, чтобы какао и сахар растворились. Warm the mixture up on the stove to melt cocoa and sugar. И теперь ставим на огонь. Доводим до кипения. Нагреваем, не обязательно до кипения, чтобы просто какао у нас растворилось. И сахар, соответственно, тоже должен раствориться. Третье. Добавьте масло к смеси, чтобы оно тоже растаяло. Add butter to the mixture to make it melt too. Добавляем масло. У нас оно уже хорошенько так растаяло. Ой. Мазать стены маслом не обязательно. Это не по рецепту.
Четвертое. Раскрошите часть печенья в кастрюлю и добавьте растопленную смесь. Crumb some cookies into a pan and add the melted mixture. В принципе, если такие вот кусочки, например, это не страшно. Они как орешки потом выглядят. Да, то есть такие нормальные. Как жир в колбасе. Нужна и крошка, нужны и кусочки. Да. То есть как бы... Если у вас устали пальчики, можно использовать блендер. Но мы русские барышни, нам труд не страшен, как умственный, так и физический. Экономная русская хозяйка выскребет все. Да, прочитайте сказку про колобка. А кто такой колобок? Это лепешка и кровь. Ну или не лепешка, это сфера из теста. С глазами, с этими, с носиком. Который потом... гуляет по лесу, катится. И бабушка с дедушкой, как бы для них он был как сын. Такая русская сказка. Или внук. У нас, смотрите, получилось жидковато, поэтому мы добавим оставшееся печенье. Ну, может, не все, то есть потихоньку будем еще добавлять. Пятое. Добавьте еще крошки из печенья, чтобы смесь стала густой. Add more cookie crumbs to make the mixture thicker. Все, мы добавили оставшееся печенье, и как раз нам хватило для того, чтобы наша смесь загустела. Да, вот ее даже уже сложно мешать. Да. Шестое. Выложите смесь на пищевую пленку. Сформируйте колбаску и положите в морозильник на пару часов. Put some mixture onto a cling film. Form a sausage and put it into the freezer for a couple of hours. Вот такая колбаса у нас получилась. Теперь покруглее только и сделай. Все, отрезаем. Длиннючая колбасень. Не, это же не длинная. Да, ты делала длинную. Если делали длинную. Можно в морозилку. Тогда колбаска будет готова быстрее. Можно просто в холодильник положить. Итак, друзья, наша колбаса практически готова. Мы ее завернули в пищевую пленку, придали ей форму колбасы. И осталось только в холодильнике ей замерзнуть. То есть прямо сейчас мы ее попробовать не можем. Хотя мы, конечно, поели чуть-чуть. Ну, она такое вкусная, смесь вкусная. Но когда она холодная и режется ломтиками, прямо как кружочки колбасы, это намного вкуснее, да ведь? Да. Okay, so that's it. Our sausage is almost ready. There's just one thing. It has to... be freezed in the fridge. So now it is very soft. We have already tried it. It's really tasty, but it needs to stay for a while in the fridge. Mm-hmm. Then it gets really hard and you can cut it and eat those little circles as if they were actually sausage circles. So we're going to put this in the fridge now. And then we'll try it in 2 hours. Где-то через пару часов можно уже, наверное, да, попробовать. Да, лучше вечером не кушать такое, лучше с утра. Вот, ну и еще эта колбаса может долго храниться в вашей морозилке, и с ней ничего не будет. И у вас будет всегда под рукой вкусняшка для ваших детей или друзей. Нежданных гостей. Да, вот так. Особенно. Ну, все, да, будем прощаться. Бай. Бай. Баю, бай. Бай. С вами была Антонина и Татьяна. До новых встреч. Готовьте с нами. Фотографии выкладывайте в комментариях. Да, обязательно. Да. So that's it, guys. See you next time. Cook with us. Bye-bye. Bye. Want some?
Да, кстати, это чуть-чуть похоже на очень большую какашечку. Пальчики оближешь. Кстати, что обозначает эта фраза? Пальчики оближешь. Да. Это означает, что очень прям вкусно, прям ты готов это съесть за раз и ни с кем не поделиться. И потом после этого даже облизнуть каждый пальчик, потому что на пальчиках останется еще чуть-чуть этой вкусной штучки. Штучки, вкусняшки. Вот так. Вкусняшки. Пока. Занимайтесь спортом, друзья. И тогда вы можете есть. Ешьте с нами. Да.